Всем привет! С вами канал Территория Мужчин и небольшое видео на аквариумную тематику. Для тех, кому немного надоели мои обзоры посылок из Китая. С недавнего времени мой аквариум перестал мне нравиться. Одни растения перестали расти, другие растения потеряли свою окраску, а некоторые растения и вовсе пропали. Виновен, по моему мнению, аквариумный свет. Я использую на моем аквариуме люминесцентные лампы, которые, как вы знаете, через некоторое время приходят в негодность. Люминофор в этих лампах постепенно перегорает, и качество света в этих лампах постепенно ухудшается. В прошлом моем видео на аквариумную тематику я рассказывал про модернизацию своего аквариума, а именно как я устанавливал дополнительные лампы люминесцентные на аквариуме. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Так, смотрим ближе наш аквариум. Как вы видите, криптокарина растет в принципе нормально. Далее смотрим, у нас вот здесь анубиас. Как вы видите, тоже он не сильно прихотлив к свету. Вот здесь вот такие интересные листочки есть. Это карбонат кальция. Ввиду жесткости воды, вот такие отложения карбоната кальция у меня на листьях. Но они в принципе проходят. На переднем плане, видите, валиснерия у нас растет более-менее нормально, скажем так. Но уже с этой стороны, вот вы видите, она чахленькая. Кто смотрел предыдущие мои видео на аквариумную тематику, видел, что валиснерия у меня была на всю высоту аквариума, и я ее часто подстригал. Сейчас же она, видите, какая. Далее, вот рассмотрим, на заднем плане у нас растет лимонник. Как вы видите, те листья, которые расположены вверху, они еще более-менее нормальные, а снизу листьев практически нет. Гигрофила вытянулась тоже в аквариуме. То есть гигрофиле тоже мало света. Здесь у нас еще анубиас растет. И здесь небольших два эхинодоруса. Но они вообще стоят на месте и не растут. Так, теперь делюсь с мыслями, как я буду модернизировать свой аквариум. Здесь вы видите, уже я снял дополнительное освещение, которое у меня было. Ссылочку на видео, как я их устанавливал и как они работали, я вот здесь размещаю. Так, это я снял. На это место я буду ставить алюминиевый профиль со светодиодами. Сначала попробуем поставить светодиоды здесь, вместо моего дополнительного освещения. А потом будем думать, как дальше модернизировать мой аквариум. Какие у меня есть мысли? Вот здесь на аквариуме у меня есть такой донный фильтр. Как вы видите, он занимает приблизительно 1/4 всего аквариума. То есть на этой части освещения никакого нет. И соответственно растения здесь практически не растут на заднем плане. В общем, я подумываю все это дело срезать вот так аккуратно. Вот здесь стоит помпа, здесь срезать. Ну, в общем, по периметру все срезать, этот фильтр удалить, поставить с этой стороны внутренний фильтр и, собственно, сделать освещение вот на эту часть. Можно поставить такой же профиль с такими же светодиодами. А пока у меня работает вот таких две светодиодных лампы. Кому интересно, эти лампы я тоже обозревал в своих прошлых видео. Вот ссылочка на них. Ну, пока все это планы. Пока остановимся на светодиодном освещении здесь. Посмотрим, как оно работает. И дальше будет видно, какие наши будут дальнейшие действия. На этом все. С вами был канал Территория Мужчин. Всем пока, до новых встреч.